Здравствуйте! Сегодня на обзоре крепление с карабином от МТАК. Крайне полезная система универсальных подвесов призвана в первую очередь разгрузить внутреннее пространство рюкзака или сумки за счет крепления внешних обвесов. Но все, что снаружи, всегда можно быстро снять, а затем подцепить обратно. Таким образом решается вторая важная задача – это быстрый доступ. Нужная вещь всегда под рукой, всегда готова к использованию. Подвес довольно простой в применении. Имеем стропу, сложенную втрое, при этом свободный конец заводится за стропы молли, либо поясной ремень, и запирается на велкро-замок, вшитый на внутренней части заводной стропы. Ниже идет карабин на вертушке с подпружиненной скобой, что позволяет пользоваться последним одним касанием пальца. Верхняя часть скобы заходит залитой крючок, который не даст соскочить подвесу при интенсивном движении. Но самая главная фишка подвеса – это стропа Mudrac Webbing с рассветкой мультикам, причем исполненная по сложнейшей тканной технологии смешивания множества цветных нитей в необходимый рисунок. Таким образом, мы получаем, во-первых, крайне прочную стропу с большим сопротивлением на истирание и разрыв, которая позволяет использовать подвес в самых сложных полевых условиях. Во-вторых, цвет мультикам гармонично впишет эту систему на любом бронежилете, рюкзаке или сумке, литоноске, тактическом поясе и всех прочих местах, где требуется быстрый доступ к вещам первой необходимости. Кто хочет знать больше, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!